делаешь? Мы все ужасно разные. Зеленые и белые. И желтые, и красные. Кто носит юбку в клеточку, кто маечку в горошек. Но главное, всем хочется найти друзей хороших. Надела лето, лето, лето радугу, как ленточку. И ходит зебра в клеток, 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 лето в клеточку. Зебра в клеточку. Яркие дни. А, там, там, чудище! Ой. Ой, ух ты, чудище! Как интересно. Петя, братик, тебе туда нельзя, там страшно. Чудищ не бывает, кажется. Хм, идея! А давайте это проверим. Паша, ты с командой на плоту. А остальные пешком. Начинаем день отважных путешественников! Ура, ура! Пока! 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 Страшно! Вперед, навстречу приключениям! Страшное путешествие. Ты испугаешься, Петя. Давай лучше на рыбок посмотрим. Там чьи-то щупальца. Ой. Оно меня схватило. Вытащите меня. Спасите. Друзья, успокойтесь. Это водоросли. Водоросли? О, я так и подумала. Ничего не видно. Ничего не понимаю. Где мы? Что случилось, Родион? Тише, оно где-то рядом. Вылезайте, кажется, это не чудище. Петя, прячься. Братишка, вернись обратно. Это не чудище, а обычные ветки. Помогите мне! И как я сам не догадался. Спасибо, Петя. Молодец, братишка. Только ты в следующий раз меня зови. Я тебя защищу. Верните!
Петя, братишка, скорее прыгай к нам! Это не чудище, это пещера. Пещера? Пещера? Действительно пещера. Пещера? Чудесно! Ты настоящий герой, Петя! Вперед! Привет отважным путешественникам! Мы чудища не нашли, а вы? А мы нашли ветки, водоросли и вас! Чудищ не бывает! Мы зря боялись! Выдуманные страхи нам только мешают! А еще с трудностями нам помог справиться Петя! Да, братишка? Ура! Ура! Яркие дни. О, черепаший пик. Вот бы снова туда. Это же так далеко, Гоша. Когда знаешь короткий путь, все по плечу. Зато там наверху такая красота. Может, пойдем, а? Уговорил. Ура! Начинаем день покорителей вершин. Только много вещей не берите, тяжело будет. Тяжелый поход. Тяжело, не беру. А это как раз. Любимые чашечки. Угощение. Граммофон. Чуть не забыла. Устроим настоящий концерт. Ой, я кое-что забыла. Вы идите, а я догоню. О, дела, Клеточка. Еще что-то? Ладно, догоняй. Пожалуйста, поосторожнее с моими вещами. И с моими. Ничего там не потеряй. Молодец, привел нас сюда. А Гоши нет. Как это нет? Гоша!
без Гоши. Поход неправильный. Гоша! А Гоша все еще с вещами идет. Гоша! Ура! Гоша нашелся! Давай мы тебе поможем. Ну и ну. Все-таки много вещей, тяжелый поход. Поход замечательный, Гоша. Но мы тебя слишком нагрузили. Прости нас. Смотрите, там клеточка. Клеточка! Сюда! С флагом мы настоящие покорители вершин. С такой горой вещей мы ничего не покорим. Может быть, нам взять только самое нужное? Это на перекус. Сделаем фото на память. О, этого хватит. А за этим мы потом вернемся. Какой красивый закат! Обожаю походы! Особенно, когда эти походы не тяжелые. И каждый несет сколько может. Зебра, клеточку! Яркие дни! Как иногда приятно полениться! Что-то я устал лениться, клеточка. Может, разомнемся? Родион, не время для разминки. Спортивный привет! Паша, ты такой энергичный. Это я зарядился от спорта! Поля, а теперь, может быть, время разминки? А теперь попробуем. Ура! Начинаем спортивный день. Спортивное настроение. Треугольника, глубокий вдох, медленный выдох. Сюда. Что-то я устал от Пашиного спорта. Я тоже. О, прятки! А кто водит? Хм-хм.
никто не водит. Нам нужен перерыв. Мы устали, Паша. Прости. У меня все к забегу готово. Не нравятся им мои упражнения. Камнепад, спасаем Пашу. Глубокий вдох, медленный выдох. Тренировки. Вы и так отличные спортсмены. Это ты натренировал нас, Паша. Показал столько новых упражнений. Я и для себя выбрал несколько подходящих. Разные упражнения для общей зарядки. День такой хороший, раз, два, три, раз, два, три. Хлопаем в ладоши, раз, два, три, раз, два, три. И считаем вместе, раз, два, три. Прыгаем на месте, раз, два, три. Посмотри вокруг и другу улыбнись. И за упражнение новое возьмись. Раз вперед наклон, два назад подъем. А теперь немного отдохнем. Солнце светит сквозь стекло. Вот и время отдыха пришло. Зебра в клеточку! Яркие дни! Давай, Яна! Ой! Никак не достать. О, точно! Паша, смотри! Вот это изобретение! Ого! Хваталка-выручалка! Идея! А давайте устроим день изобретений! Да! Изобретателей. Спасибо, Яна. А что это у тебя? Это хваталка! Наше изобретение! Ой! Паша, Яна, но это же не изобретение. Это просто палочка, вроде бы. Изобретение – это что-то новое, важное, большое. О! Родион, а научишь нас изобретать? Изобретать? Хватит!
Конечно, научу. Мы уже столько изобрели, и все не то. И все не так. Нужно мыслить шире. Яна, точно! Сделаем большое изобретение. Настоящие изобретатели! Да, Родион будет в восторге! Что, друзья, Яна, Паша, я был неправ. Любое изобретение может оказаться полезным. Не только полезным, но и очень веселым. Яркие дни. Ой. О, вот это фрукт и, наверное, сладкий. Вот это папайя. Яна, правильно, не папайя, а папайя. Извини. А? Подумаешь, Родион, как хочу, так и говорю. Яна, в нашем языке есть правила. Их надо соблюдать. Значит, это скучный язык. Нам нужен язык повеселее. Идея! А давайте устроим день разных языков. Пойми меня. Может быть, выучим те языки, что уже есть. Придумывать новый язык очень сложно. А я придумаю.
Согласен, Яна. Если я тебя пойму, папайя твоя. Идет. Чем займемся? Я скажу на новом языке. Точнее, покажу. Ха, в догонялке? Прямо здесь? Иди же! Яна, я догоняю! Стой! Не хочу я в догонялке! Смотри! Ты хочешь танцевать? Теперь понял. Родион, не нужен мне сачок. Я хотела воздушного змея. Извини, Яна, но это было совсем непонятно. И кажется, я выиграл. Ничего ты не выиграл. Я так просто не сдамся. Я придумаю другой язык. О, Яна! Хочешь помочь с уборкой? Пожалуйста. Яна, тебя комары кусают. Сейчас я помогу. Тролли-мармули. Понял, Яна. Люли-зизули. Как скажешь, Яна. В эту игру не так играют. Яна, но я ничего не понял из твоих слов. Я же говорю, придумывать новый язык непросто. Я выиграл. Не дам, не дам папайю. Папайю. А все равно, и это нечестно, я не проиграла. Яна, стой. Не проиграла, не проиграла. Люли-гули, ну же, помогите. Родион, клеточка. Спасибо, вы меня спасли. Родион, а ты выиграл. Папайя твоя. Спасибо, Яна. Птица Додо не умеет летать. Она может упасть. Стой! Она не понимает наш язык. Что же делать? Твой язык сработал, Яна. Я был неправ. Да ладно. Крули-мармули. Как здорово, что в мире есть разные языки, и мы все равно понимаем друг друга. Яркие дни. О-хо-хо! А вот и гости! Милости просим! Ой, скучно. Идея! Устроим день гостей! О-хо-хо! Паша, пойдем ко мне в гости. Легко, клеточка! А я тогда к себе. А я? Я тоже хочу в гости! Поля!
Неправильные гости. Как же хорошо, тихо, уютно. Та-дам! Поля! Как удачно я в гости к тебе зашла. В гости? Что ж, добро пожаловать в мое тайное место. Чувствуй себя как дома, Яна. Тут можно поесть, угощайся. Тут музыку послушать. А здесь попрыгать? Нет, Яна, здесь можно и мечтать. Закрываешь глаза и мечтаешь. Хорошо тут, но скучно. Я сейчас. Ой, Яна, а зачем тебе все эти вещи? Ты ж сама сказала, быть как дома. Вот, теперь как дома. День гостей, это так весело! С Клеточкой царское чаепитие, с Гошей царское купание, а с Родионом царское... шахматы! А у Поли скучно! В гостях не может быть скучно, Яна! Не веришь? Идем покажу! Поля! Поля! Лежим, тут музыку слушаем, тут скучнее всего, нужно мечтать. О, Поля, у тебя в гостях так весело! Паша, Яна, вы какие-то неправильные гости. Уходите, пожалуйста. Ну вот, теперь Поля нас выгнала. Яна, это же хорошо. Мы теперь сможем пригласить ее в гости к нам. Точно! Сделаем свое тайное место и покажем Поле, как веселиться. Идем, идем, идем! Добро пожаловать в наше тайное место! Повеселимся? Чай будем пить. Ну, наконец-то, Клеточка. Чай. Вот это настоящие гости. Ух ты, чай. Спасибо, Клеточка. Отлично повеселились. И чего раньше ссорились? Потому что вы неправильные гости. А мне кажется, это ты веселиться в гостях не умеешь. Не бывает неправильных гостей. Просто у всех свои правила. И если пришел в гости, надо их соблюдать. Прости меня, Поля. Давай я завтра к тебе приду,
и помечтаем. Яна, а потом я к тебе и поиграю. Мы, когда в гостях скучаем, заменяем скуку чаем. Яркие дни. Родион, спасибо. Ты сделал отличный велосипед. Я очень рад, что тебе нравится, Клеточка. Ура! Начинаем велодень. Так здорово! Вот бы кататься с утра и до самого вечера. До вечера. А вечером темно. Интересная мысль. Так, велосипед, к нему добавим... 128, 129. Эх, Поля, вот бы заняться чем-то поинтереснее. 216. Да, Яна, только чем? Поля, Яна, привет! Клеточка, какой у тебя замечательный велосипед! Спасибо! Мне его Родион сделал! Я тоже хочу велосипед! Родион! Я с тобой! Родион! Родион, мы тоже хотим весело обедать! Чего? Велосипеды. Я вообще-то хотел... Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я могу, наверное. Из-за наших велосипедов Родион устал и не доделал свой. Ага, Поля, точно. Давай сделаем Родиону самый лучший велосипед. Порадуем друга. Поля, Яна, я не могу заниматься вашими велосипедами. Мне нужно доделать его. Родион, мы уже доделали. Та-дам! Это не какой-то... Родион, попробуй скорее прокатиться. Я, как бы это сказать... Ой, 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 ой. Ой. Яна, Поля, велосипед собираете? Да, Клеточка, для Родиона. Тогда надо поторопиться, уже вечер. Яна, Поля, мне совсем не нужен велосипед. Как не нужен? Это же твой чертеж. Мой, только это велогенератор.
Смотрите, велосипед будет крутиться и давать электричество. А от этого загорятся фонарики. И мы сможем кататься по джунглям даже вечером. Родион, получается, мы испортили твое изобретение? Прости нас, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Яна, Поля, ничего страшного. Я же не мог отказать друзьям. Родион, иногда, если что-то не хочется делать или что-то не нравится, смело говори нет. Давай попробуем. Родион, мне нужно починить велосипед. Ну, я... Ну, это... Давай, Родион. Оля, я не... Родион, смелее. Я не... Прости, Родион. Что-то я не расслышала. Оля, я не могу, я занят. Нет, не могу. Ура! Сработало! Зебра в клеточку! Профессионалы! Блин, посторонись! О, что это у тебя, Паша? О, это мое тропическое такси. А сам я таксист, везу Петю. Ух ты, вы играете в профессии? А что такое профессия? Профессия — это когда у тебя есть любимое дело, в котором ты хорошо разбираешься. Бип-бип! Ну, это точно про меня! Бип-бип! Мы тоже хотим играть! А давайте все выберем себе профессии! Я стану... маляром! Покрашу стены! А я покрашу крылья! И брата покрашу! Я... библиотекарь. Для каждого найду интересную книгу. О, а у меня книга с рецептами. А у вас что? А у меня книга про меня. Я модельер. Придумываю и шью красивые наряды. Так, Петя, окружность головы, окружность живота, рост... и ширина улыбки. Мерки для костюма сняты. Ой. А я буду поваром. Всех накормлю. Овощи нужно немного посолить. А компот чуть-чуть подсластить. А салат идеальный. Во дела. Надо бы еще порцию сделать. Яна, а какая у тебя профессия? А я пока не решила, что мне нравится больше всего. Эй, Яна, щекотно. Точно! Я же щекотальщица! Защекочу любого! Но кто захочет? Яна, нет такой профессии — щекотальщица. А вот и есть! А вот и нет! Друзья, вы такое знаете? В книгах о такой профессии не написано, кажется. Ты случайно не знаешь, кто такая щекотальщица? Не знают. Это что ж теперь? Я не могу стать щекотальщицей? Ну вот. Но ты же есть, и ты щекочешь. Значит, ты... щекотальщица! И меня пощекоти, Яна! Меня! И меня!
Я тоже хочу себе необычную профессию. Буду хохотонщицей. И мы хотим. Ой, а я уже выбрал профессию библиотекаря. Что же делать? Родион, профессий может быть несколько. Я веселье-испытатель! А я дрессировщик солнечных зайцев! Одуватель-охлаждатель. Ой. Ой, извини, Паша, я пока начинающий одуватель. Фу, это не страшно, Родион, когда с тобой рядом профессиональный вытердатель. Поля, а ты выбрала себе профессию? Я буду слушательницей морских раковин. Необычная профессия — это прекрасно. Спасибо, Яна, что показала нам это. Как здорово, что можно выбирать для себя любое дело. О, забыл сказать, я еще и всех обниматель. Ну, просто мастер на все крылья. А еще мы профессиональные встречатели загадок! Зебра в клеточку! Мелочи. Ух ты! Воздушный змей! Лови его! Лови клеточка! Эх, улетел. Мы его хорошо сделали, кажется. А теперь догоним его и поймаем! Вместе дружно мы идем, скоро змея мы найдем! Вместе дружно мы идем! Подождите! Я только захвачу пару мелочей. Все готов, вроде бы. Вместе дружно мы идем, скоро змея мы найдем. Я еще одну мелочь забыл. Я сейчас. Родион, змей так точно улетит. Бегите, а я вас догоню. Вместе дружно мы идем, скоро змея мы найдем. Вместе дружно мы идем, скоро змея мы найдем. Родион, твой рюкзак стал еще больше. Вместе дружно мы идем. Ой, что опять? Нужна еще одна мелочь. Родион, такой серьезный слон, а думаешь о мелочах? Вот он, наш змей. Я сам воздушный змей или воздушный страус. Родион, догоняй! Лети скорее сюда! Да не туда, а сюда! О, Родион, ух, тебя клюет! Поймал, кажется. Ура! Родион! Пригодилась твоя мелочь, Родион! Ой, ой, змей снова может потеряться. Готово.
Теперь можно и домой. Ух ты, какой большой камень! Ой, еще один большой камень! Это тот же камень, Яна. Мы ходим по кругу. Тогда где же наш дом? Я так быстро бежал за змеем, что не запомнил, куда бежал. Нужно достать компас. И он показывает туда. Путь туда не так далек. Надо же, еще одна мелочь пригодилась. Петя, что с тобой? Я устал, я есть хочу. Вот, угощайтесь. Вот дела. И про перекус Родион подумал. Перекус на любой вкус. Спасибо, и я возьму кусочек. Ой, а куда дальше, Родион? Сейчас узнаем. Вот, смотрите. На фотографии красный куст справа от дорожки. Значит, нам туда. Вот оно! Спасибо, Родион! Вместе песенку поем, скоро мы домой придем! Ура! Родион, прости! Я думала, что мелочи это не важно! Но благодаря им мы поймали змея и вернулись домой. Ура! Да ладно вам! Это все мелочи. Нет, Родион, мелочи очень важны. Браво, Родион!